Під час оперативної наради при міському голові, яка відбулася в понеділок 13 січня, керівники підприємств міста звітували про свою роботу за минулий місяць. Першим доповів Віталій Коваленко про роботу міського відділу міліції. За минулий місяць, тобто з 9 грудня по 12 січня, уже 2014 року, до журналу єдиного обліку Жовтоводського міського відділу міліції зареєстровано було 391 заява та повідомлення про вчинення кримінальних правопорушення та інші події. З них по видам. Як завжди, у нас переважають це крадіжки, яких 63 було зареєстровано, тілесні ушкодження – 21, шахрайство – 21, умисне пошкодження майна – 2, 6 дорожньо-транспортних пригод, 1 факт незаконного обігу зброї, 7 пограбувань, 1 пожежа, 62 факти раптових смертей громадян, а також 77 інших подій. За цей же період до єдиного реєстру досудових розслідувань занесено 147 заяв, які мають ознаки кримінальних порушень. Це 7 пограбувань, 61 крадіжка, 14 фактів смерті громадян, 20 тілесних ушкоджень, 21 факт шахрайства, 2 факти пошкодження майна, 3 ДТП і факт обігу зброї. За результатами розгляду цих заяв-повідомлень було складено 1 адміністративний протокол за розпиття спиртних напоїв, 2 протоколи за насилля в сім'ї, 1 протокол за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, 2 протоколи за дрібні крадіжки, 1 протокол за порушення правил торгівлі, 1 за порушення правил адміністративного нагляду і 1 протокол за порушення правил зберігання газової зброї і 1 протокол за фактом перебування дітей в розважальних закладах після 22 години, що є обмеженням. За цей період у нас були святкові дні, починає от свята Миколая, новорічні, різдвяні свята. Криміногенна ситуація в місті була стабільною, порушень громадського порядку, збільшення яких-то злочинів або правопорушень не відбувалося. З позитивного боку хочу відмітити, що напередодні, я звітував, що було зареєстровано 7 фактів пограбувань, то вони були скоєні у нас 19 грудня, 24-го, 26-го, то ці факти пограбувань розкриті співробітниками міліції, встановлені особи, які скоїли ці правопорушення, злочини навіть. На жаль, це учні ВПУ 70, як ми називаємо його. Зараз вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Також за цей період я звітував, що були скоєні квартирні крадіжки, в тому числі і з квартир. Тож особа, яка їх скоїла, встановлена, вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Тобто особі повідомлено вже про підозру, зараз матеріали готовляться для передачі до суду. Неодноразово я із цієї трибуни і засоби масової інформації давав інформацію про шахрайство під видом працівників міліції. Грудень місяць не був виключенням. Знову наші громадяни стають жертвами таких злочинів, як шахрайство по телефону, коли на телефон не дзвонять, говорять, що рідні люди попали в міліцію, треба вирішувати питання. Я з цієї трибуни до мешканців хочу сказати, що факт, то, що ви виручаєте близьку людину і платите гроші невідомої особі, можна розцінювати як дачу хабара. Чомусь ви не дзвоните в міський відділ міліції, а перераховуєте, передаєте гроші. Тому, громадяни, будьте пильні, не допускайте злочинів, не ставайте жертвами шахраїв. І другі види, опять же повторюся, то, що злочини продовжуються. Коли на телефони нашим громадянам дзвонять представники пенсійного фонду, представники банківських установ, ну це потерпілі, так вважаю, що це представники державних установ. Це шахраї. І в ітогі, після спілкування, наші пенсіонери, в основному це пенсіонери, стають жертвами злочину. З їхніх карток, зарплатних, пенсійних, кредитних, зникають гроші. Не ведіться на телефоні шахрайства. Особи циганської національності, які
ну, чують незахищених пенсіонерів. От до одної з таких пенсіонерок прийшли додому під видом представників квартального комітету і сказали: ви ж чули, у нас реформа грошова йде. Ви ж пенсію отримали в цьому місяці? Ні ще. От ви нову пенсію будете отримувати новими грошима. А всі старі гроші треба здати, зібрати і передати мені, а завтра до вас приїде інкасатор і привезуть вам всю суму. Сума, ну, не хочеться називати з трибуни, що в наших пенсіонерів такі гроші вдома храняться. Сума достойна. Ну, 5 знаків, 6, скільки? 8 тисяч. О, бідне. За квартиру, да. Правда, не платять, за тепло не платять, за газ не платять. Пенсіонерка і не поняла, що це шахрайство. Коли до неї прийшов син, вона сину розказала. Син теж не повірив, що це шахрайство. Но вона поділилася ще з одною сусідкою, і та вже сказала, що це шахрайство. Визвали міліцію, але пенсіонерка до кінця не вірила, що її обманули. Вона вважала, що на день зачекати, наступного дня до неї приїдуть інкасатори і привезуть новими купюрами. Шахрайство – все те ж саме. Те, що я говорив, під соціальні служби, під працівників пенсійного фонду, зараз обмін грошей. Тобто наші мешканці наївні і довірчиві, русскими словами. Тому способи заволодіння майном громадян різноманітні. В частності, да, при відвідуванні осель одиноких пенсіонерів. Цей факт зареєстрований. Проводяться заходи, але я кажу, я вважаю, що це особи циганської національності, не мешканці нашого міста. І вкрай важко буде розкривати цей злочин, так як з місця події, тобто з домоволодіння цієї пенсіонерки, вилучити які-то речові докази не було можливо, так як вони не залишають речових доказів, ніяких папірців або будь-чого, що могло би стати речовим доказом. Опять же, попереджую громадян, що обдумано підходьте, коли до вас приходять ілі дзвонять, ілі приходять додому невідомі вам особи. Да, тут вообще сложно прокомментировать, да, где они учились, что они читают, что они смотрят, ну это вообще. И выражение незахищенный пенсионер, от кого незахищенный? За истекший период времени отмечается по городу благополучная санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая ситуация по инфекционных заболеваниях. Однако необходимо обратить внимание на присущие для данного периода времени заболеваемость – это острые респираторные вирусные инфекции. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, почему-то такая слаживается ситуация, что каждый год по желтых водах превышает уровень заболеваемости в общем по городам Днепропетровской области. Для этого есть определенное объяснение в связи с тем, что это доступность медицины, это небольшое расстояние до лечебного учреждения, а следовательно население может обратиться за медицинской помощью, но тем не менее необходимо обращать внимание и на то, чтобы были созданы условия по соблюдению противоэпидемического режима и санитарно-гигиенического, а также соблюдение температурного режима, что является основным. Для населения хотелось бы обратить внимание, что в период, когда идет неблагополучная ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям, необходимо избегать скученности, мест скученности населения, избегать контакта с больным острыми респираторными вирусными инфекциями, а также укреплять свой организм. Это ведение здорового способа жизни, это рациональное питание с повышенным содержанием витаминов и не допускать переохлаждения организма. По заболеваемости другими инфекционными заболеваниями отмечается благополучная ситуация. Несмотря на то, что были праздники, подъема заболеваемости кишечными инфекциями не регистрировалось, это радует. По городу Желтые Воды зарегистрирован один случай тропической малярии. Это заболевание довольно-таки редкое. Случаи заболевания связаны только с завозными случаями. И этот заболевший тоже есть завозной случай. Человек до этого работал в Африке, приехал и заболел. Хотелось бы обратить внимание населения на то, что когда выезжаете и планируется поездка или туристическая,
малярия или связанная с командировками в страны неблагополучные, по малярии необходимо явиться к лечащему врачу и пройти профилактическое лечение до поездки и пройти профилактическое лечение после возвращения с поездки. За истекший месяц по предприятию заявок по текущему ремонту поступило 1115 штук, в том числе по отоплению 234, по холодному водоснабжению 267, по канализации 189, по электроснабжению 332 и штукатурно-плотницкие работы 76. Значит, через аварийную службу поступило 636 заявок. Значит, в целом выполнено 98,3% или 1096 заявок. Прочищено сетей канализации 4462 погонных метра. Заменено по текущему ремонту 261 погонный метр труб систем тепловодоснабжения. Выполнен текущий ремонт рулонных кровель 164 квадратных метра, шиферных 4,2. По лифтовому хозяйству из 161 лифта 10 находится в длительном простое, это те, которые требуют капитального ремонта. Значит, 2 остановлено разворованных лифта и требуют восстановительного ремонта после проведения экспертного обследования 2 лифта. Санитарная очистка за отчетный период вывезена смета 459 кубических метров. Ну и по экономике. Экономика пока, к сожалению, не поменялась у нас. Значит, это все стоит у нас в плане. Значит, мы планируем уже в этом месяце начать активно вывозить. Немножко нас задерживают тут тяжелое материальное положение в связи с непроплатами по бюджету. Это же как бы следствие непрохождения средств в 2013 году по казначейству. Мы задолжали городской бюджет. Сколько? 1 400. 1 400 только потому, что эти деньги не проходили по казначейству. Вот это куча, потому что не было достаточного количества горюче-смазочных материалов. Я думаю, в этом году бюджет, если будет принят в Верховной Раде, если там опять озабоченная оппозиция не заблокирует Верховную Раду, будет принят бюджет. Будет принят бюджет, будет роспись на год. Примем мы 29 числа свой бюджет. И тогда пойдет финансирование. Без бюджета мы живем по 1/12. Без бюджета мы не можем тратить деньги на капитальные дела. Ну, это закон такой. Вот. Если 16-го, как пообещали в парламенте, будет принят, значит, с февраля месяца пойдет финансирование, пойдут проплаты. Ну, вот такая ситуация. Это не потому, что он такой или мы такие нерадивые. Каждая куча на учете, это не было средств. Значит, за отчетный период предприятие работало стабильно, качество питьевой воды соответствует требованиям СанПин. За отчетный период устранено порывы на водопроводных сетях 59 единиц, на магистральных 5 единиц, ремонт и замена запорной арматуры на водопроводных сетях 36 единиц, ремонт и замена гидрантов 15 единиц, ремонт колодцев 9 единиц. Устранено заторов на канализационных сетях 292. За отчетный период отключено 6 частных врезок по разным причинам. Заменено разрушенных крышек железобетонных, значит, 22 единицы. Восстановлено частных врезок 3. За отчетный период проведено текущих ремонтов, капитальных ремонтов и модернизации на общую сумму 129,1 тысячи гривен. Химические реагенты по водоподготовке в наличии. Гипохлорид оплачен. Поставка 21.01. Информация по задолженности. Значит, на сегодняшний день задолженность по электроэнергии на предприятии по состоянию на 1.01.2014 года составляет 1 600 000. Значит, благодаря Кабинету министров в декабре 2013 года, согласно постановлению номер 167, проведен зачет по разнице в тарифах за потребленную электроэнергию на сумму почти 9 миллионов гривен, в том числе погашена задолженность 1,3 миллиона гривен по решению суда, в связи с чем у предприятия были арестованы счета. На сегодняшний день активно предприятие работает с исполнительной службой управления юстиции
по вопросу снятия арестов со счетов предприятия. Значит, оплата за потребленный природный газ 100%, заработная плата на предприятии выплачена в полном объеме, задолженность по налогам 2 798,9, в том числе налог на добавленную стоимость 757,2 тысячи, налог на прибыль 2 042 тысячи. По данному вопросу в 2013 году предприятие, согласно постановлению Кабинета министров, отработало очень активно. И в целом за 2013 год по зачету по разнице в тарифах, по налогам и по потребленным энергоресурсам предприятие закрыло сумму 12 032 тысячи гривен. Вот. На сегодняшний день мы подготовили пакет документов по разнице в тарифах, вернее по 20-й постановлению по льготам и субсидиям на сумму 600 тысяч гривен по зачету по электроэнергии, которая находится на согласовании в Днепроблэнерго. На праздничные и выходные дни на предприятии был издан приказ, назначены ответственные лица. Значит, осуществлялся соответствующий надзор и координация работы всех участков и объектов предприятия. Диспетчерская и аварийные службы работали в усиленном режиме. Аварийные работы на сетях и объектах водоснабжения устранялись оперативно, задержек и перебоев в водоснабжении и водоотведении всех категорий абонентов не допущено. Что же это за понятие такое, разница в тарифах, и что это такие суммы возмещает Кабинет министров, государственный бюджет? Вот что это такое? У нас на сегодняшний день действуют одни из самых давних или самых старых тарифов, которые были утверждены на территории Украины. Тарифы 2008 года. Значит, сегодня утверждением тарифов занимается Национальная комиссия регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг. Значит, все документы, материалы по расчетам новых тарифов предприятие предоставило Национальную комиссию. Работа ведется, но новые тарифы, экономически обоснованные, на сегодняшний день не установлены. Вот. Поэтому в связи с этим предприятие имеет очень большую сумму по разнице в тарифах. То есть та сумма, которую предприятие вложило в предоставление услуг, значит, и та сумма, которая предприятию теоретически может быть возмещена действующими тарифами, они не соответствуют настолько, что на сегодняшний день, значит, на предприятии по результатам, вернее, работы предприятия, убытки составляют за 2013 год 9 456,7 тысячи гривен. И рентабельность предприятия составляет за 2013 год минус 29,1%. То есть такую рентабельность даже теоретически представить, наверное, очень сложно, если кто в этом плане разбирается. Вот. Поэтому правительство, кабинет министров, понимая данную ситуацию, за счет, значит, государственного бюджета возмещает нам эти убытки, но возмещает целевым образом. То есть не предоставляется там средства для непосредственно кошты, да, но мы имеем возможность этими средствами рассчитаться целевым образом за потребленные энергоресурсы и погасить задолженность по налоговым обязательствам. Ну, то есть тарифы для населения, для предприятий не соответствуют затратам предприятия. Кабинет министров не поднимает тарифы для населения и возмещает эти затраты предприятию из средств государственного бюджета. Ну, что тоже для бюджета накладно. Ну, вот так, если короче. Уважаемый Анатолий Владимирович, присутствующие, КП «Желтого теплосеть» в плановом режиме встретила Новый год, провело праздники. Фактов отключения потребителей от теплоснабжения праздничные дни по причине отказа оборудования тепловых сетей не было. В настоящий момент ожидаем похолодания, где-то после обеда начнем подъем температуры. Прогноз на сегодняшний вечер минус 2, минус 4 с дальнейшим снижением в течение следующей недели. Предприятие работает в графике температурном.
Основные вопросы являются, конечно, оплата энергоносителей. На текущий момент задолженность населения перед предприятием с учетом счетов, выставленных в декабре месяце, составляет 28 миллионов. Задолженность предприятия перед НАК «Нафтогазом» составляет 31 миллион. С учетом, Евгений Анатольевич говорил, разницы в тарифах, у нас разница в тарифах по населению порядка, была на 1 декабря порядка 8 миллионов. То есть фактически населению, в очередной раз обращаюсь, очень внимательно нужно просмотреть свои расчеты с предприятием, чтобы мы смогли обеспечить на конец этого месяца расчеты хотя бы на уровне 60% перед «Нафтогазом». Это основная проблема. По электроэнергии долгов у предприятия нету, по выплате заработной платы долгов на текущий момент тоже нет. Ну, я вам должен сказать, когда вам говорят, что в «Желтых водах» самые большие тарифы по воде, по коммунальным, по теплу, не верьте, коллеги, не самые большие, и даже ниже средних. На Западной Украине, например, тарифы практически в два раза выше наших, и они получают, все население получает дотацию, и за счет этой дотации, которая идет через службу субсидий. На Западной Украине уже закончена несколько лет назад практически полностью реконструкция всех сетей. У нас тарифы, вот тарифы, да одни из самых низких на Украине, чтобы вы знали, в «Желтых водах». И только потому, что это тарифы 2008 года в основном и в «Жрево», и в «Водоканале». Ну, теплосеть немножечко, какого года тариф? 2009. 2009 года, но затраты все равно не возмещали. Я бы вам сейчас мог называть тарифы там по воде, по нашей области. И 15, и 20 в этом, в Терновке 38 гривен. Ну, я считаю, что это, конечно, ненормально. Вот, и там предпринимаются меры, чтобы этих таких тарифов не было, но они такие. Вот. Ну, пока поднимать тарифы не будем, ни на какие услуги. И будем стараться за счет лучшей работы, за счет экономии ресурсов нашими коммунальными предприятиями. Будем надеяться на кабинет министров, что будут возмещены разница в тарифах для всех коммунальных предприятий. Поэтому тарифы подниматься не будут. Агентством Украины визначено коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2013 рік. Цей коефіцієнт визначається, із виходячи з індексу споживчих цін за 2013 рік, який дорівнює 100,5% і дорівнює одиниці. Це свідчить про те, що з того моменту, як була прийнята грошова оцінка в місті Жовті Води і введена в дію з 1 квітня 2011 року, грошова оцінка в місті з тих пір не мінялась. І не міняється на 2014 рік. Хочу нагадати ще положення пункту 2 статті 286 Податкового кодексу України, який говорить про те, що платники плати за землю, крім фізичних осіб, тобто тих людей, у яких приватні будинки, самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу, тобто це до нашої податкової, декларацію на поточний рік за формою встановленого порядку, передбаченого статтею 46 цього ж податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації, фактично початку діяльності як платника податку за землю, разом з нею подається довідка, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку. А надалі така довідка подається тільки в тому випадку, коли буде змінена нормативна грошова оцінка в місті. Тобто це десь років через 3, через 4, коли поміняється нормативна грошова оцінка в місті. Я веду це до того, що ті довідки, які були видані нами в 2013 році, вони, скажімо так, є підставою для розрахунку орендної плати або податку, в тому числі і в цьому році. Кому потрібна така, такий витяг з технічної документації, ми його будемо робити згідно заяви або листа на ім'я
начальника управления Держзамагентства в Пятихатському районі. Уважаемый Анатолий Владимирович, уважаемые участники оперативного совещания, пользуясь случаем, я хотел бы напомнить, что с 1 января по 25 января 2014 года все предприниматели, предприятия, учреждения, организации, физические лица предприниматели должны сдавать годовой отчет в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве. Так называемый отчет по видам экономической деятельности. Информацию мы размещали на всех средствах массовой информации, даже на сегодняшний день имеется мнение в интернет-газете, да, есть такая же информация. Но, к сожалению, так получается, что с введением закона об едином социальном НЕСКе с 2011 года, когда отменили квартальную отчетность о перечислении средств в фонд, многие забывают об этом отчете, а за несдачу, несвоевременную сдачу такого отчета предусмотрена административная ответственность. Очень не хотелось бы встречаться вот в таких неприятных ситуациях со своими коллегами. Ну и хотел бы тоже отметить, что в фонде есть, у нас в отделении исполнительной дирекции фонда, есть и формы отчета, и в бумажном варианте, и в электронном варианте. То есть у кого нет таких форм, пожалуйста, подходите, получайте. Консультации можно получить по заполнению этих форм отчета. И телефон для справок 568-98.